Всем привет! Иногда выдают такую ошибку во время установки Windows на новый диск. Установка Windows на данный диск невозможна. Выбранный диск имеет стиль раздела GPT. Такое бывает иногда, когда вы ставите новый диск с купленный, или бывает старый, переставляете и не можете продолжить установку. Вы, как обычно, вставили свой жесткий диск, выбрали установочный диск, выбрали «У меня нет ключа продукта», выбрали Windows 10 Pro, нажали «Далее», поставили галочку, нажали «Далее», и смотрите, установка Windows на данный диск невозможно. Что при этом делать? Все очень просто. Здесь надо набрать всего 7 команд, и все у вас продолжится. Здесь справится любой, ничего сложного. Первую команду набирайте Shift F10. Следующая – диск Part. Третью – лист диск. Четвертая – Select диск 0. Это может быть диск 0 или 1. Клиент и конверт GPT. И потом Exit. Вот, как видите, набираем Shift F10, у вас появляется данное окно. Здесь набираете первую команду – диск Part. Появится вот такое сообщение. Вторая команда. Набираете лист диск. Если вы ошиблись, у вас выдаст вот такую ошибку. Здесь ничего страшного. Просто заново наберите команду. Вот как видите, я набрал лист диск. Здесь происходит у вас список дисков. Диск 0 и 1. Как видите, на диск 0 нам и необходимо установить Windows. Выбираем Select диск 0. Должен понимать, как только вы тут будете конвертировать, удалять, все данные удалятся. Выбираем Select диск 0. Вам выдало сообщение «Выбран диск 0». Следующая команда, набираем клиент. Очистка. Также нажимаем Enter. Очистка диска выполнена успешно. И следующая команда «Конверт GPT». Еще раз повторюсь, при конвертировании очистки все данные удалятся. Если там были что-то важное, перенесите это. Сообщение выдало «Выбранный диск успешно преобразован в формат GPT». Нажимаете Exit, и произошло завершение работы в диск Part. Закрываете данное окно. Не забудьте нажать «Обновить». После обновления, там небольшая пауза, 2-3 секунды. И все, вы можете продолжить установку на свой диск. Нажимаете «Далее», и все как обычно. А на этом видео заканчиваю. Все, спасибо.